Котя нашла вот этого прекрасного домисюнделя. Он еще на ручках любит сидеть. Вот так вот, вот берешь его, и он сидит такой, вот такой красивый, да? Да, домисюшка, да, дядя Коль. И мы поехали, и вот этого прям сразу взяли, прям не смогли удержаться. А вот это последний, Акуль мы его назвали. Не, просто мы вот начали думать, может 10-го, может 10-го. Может 10-го, да. И решили, что по-честному будет, чтобы это был таец. У нас 3 мейн-куна, 3 веслоушки, 2 нибелунга и вот теперь по таец. Боится немножко, но он голубоглазик такой красивый. Самое, наверное, важное из этих медалей, какой путь был к ним пройден и с кем я это прошел. Вот это самое важное. Чуть ли не до безумия где-то доходило. И, естественно, у меня, как моя девушка сказала, что если у меня что-то не получается, доходит до... Там... Как ты там говорила? До чего доходит? До психов. Да. Хватит меня! Я в одежде! Мне нельзя пить! Ой, ну, перед стартом концентрация зашкаливала просто. То есть я выходил не на основание. Это меня сравнивалось с охотой, там, не знаю, древние века, когда ты либо ловишь добычу, либо ты умираешь от голода. У меня получилось... Наверное, сделать все. Я выжил, наверное, больше, чем максимум, чем 100%. Тренер говорил, все будет решаться на последних 15 метров. И последние 15 метров, когда мне максимально было плохо, я вспомнил слова, и я каким-то образом как-то максимально смог себя доставить все равно дальше в пути. Хотя меня прям парализовывало уже прям. В этой жизни ничего не важно, кроме того, что важно для тебя. Поэтому я и сделал из этого сложность и цель своей жизни. И я рад, что этого достиг, потому что если этого бы я не сделал, наверное, я бы потерял себя в жизни. Я говорю, если мне не будет сложности, я с ума сойду. После Олимпиады я... Заметил, я спокойнее к большинству вещей стал относиться. Знаете, так сказать, цель жизни как-то выполнить. Сейчас просто что-то надо новое придумать и найти. Поэтому, наверное, сейчас самая главная цель – это вычислим. Пока очень хорошо получается.